Первый азан, призыв к молитве, услышали жители деревни Юмагузина Куиргазинского района в минувшую пятницу. Здесь состоялось открытие мечети. По этому случаю приехали гости из республики, имамы соседних городов и районов, официальные лица. Храм появился благодаря инициативе и финансовой поддержке главы крестьянско-фермерского хозяйства Ильшата Мазитова. Мечеть носит имя Гаухар в честь мамы Ильшата Рашитовича, которой не стало 9 лет назад. Символично, что открытие состоялось накануне священного праздника Курбан-Байрам. Событием, которого сельчане ждали многие годы, поздравил глава администрации Куиргазинского района Ахат Кутлуахметов. Сегодня в деревне Юмагузина большой праздник. Благодаря поддержке Ильшата Рашитовича мы собрались по случаю открытия мечети. Разрешите поздравить вас с этим событием. Ахат Кутлуахметов пожелал сельчанам благополучия. Также глава района выразил благодарность всем юмагузинцам за их доброту, отзывчивость и трудолюбие. В своем обращении муфтий Нурмухаммед Хазрат Нигматуллин подчеркнул, что открытие мечети – это праздник для всех верующих мусульман. Сегодня, в 7-й день священного месяца Зульхиджа, в одном из солнечных и красивых мест Башкортостана, большой праздник. Это не только праздник для деревни, района или республики. Это праздник для всей страны и для всех мусульман мира. Почему? Потому что, слава Богу, открывается новое здание, новый дом Аллаха. Жителям села Юмагузина Нурмухаммед Хазрат пожелал как можно больше совершать благих деяний. Много искренних поздравлений прозвучало от главы Илькинеевского поселения Тимура Идрисова и приглашенных на церемонию гостей. Главным пожеланием было то, чтобы двери мечети были всегда открыты и храм не пустовал. После того, как были зачитаны аяты из священного Корана, почетные гости разрезали символическую ленточку. В официально открытой мечети в этот день прихожане совершили первый намаз. Теперь сельчанам есть где читать молитвы за здравие родных и близких, вспомнить усопших, благодарить Аллаха за все блага.